Всех приветствую, на экране War Thunder Mobile, и с вами, как всегда, Ревисарио. В этом выпуске мы рассмотрим тактику игры от дыма на примере одной игры. Для реализации мне понадобился арсенал в виде дымовых снарядов в артиллерии и система перезарядки в модуле дымовой завесы. Но в качестве майна я использовал один из своих любимых танков Т-34 из взвода ИС-2 Месть. Давайте заценим, и как всегда, приятного просмотра. А чё, прикольно? Наводчик к бою готов. Заряжающий к бою готов.
Я дропал дым почти по откату, заслоняя видимость врагам при захвате точек. Еще кроме того, также создавал дымовую завесу на миде, в месте, где обычно проезжают враги на данной карте. Я надеюсь, что данное видео поможет вам лучше отыгрывать от дыма и финишировать катки так же быстро, как мне удалось в данном матче. А на этом все. Не забывайте выполнять ритуал Ютуба и подписываться на мое сообщество в Телеграм и Дискорде, где теперь регулярно публикуется контент по War Thunder Mobile. Все ссылки будут в описании под видео. Спасибо за внимание.